Быть полицейским не так уж и просто. Постоянные тренировки, полоса препятствий, утренняя пробежка, потом занятия в зале с гантелями и тренировка ударов по груше. Ох, выложилась на полную. Теперь горячий душ. Пора переодеваться на смену. Зои – отважная полицейская из 5-го отдела. Где же твоя форма? Черные брюки уже доставили из ателье. Низ есть, а верх Зои решила сшить сама. Выкраиваем заготовки и передаем героине. Пара швов и голубая блуза дополнила образ. Высокие сапоги помогают пробираться в погоне даже через непроходимые чащи. Из эко-кожи изготовим полицейский ремень. На ногах – накладки для обоймы патронов, а на груди – гордая надпись «Полиция». Не забываем и про наручники. Изготовим каркас плотной фуражки с козырьком. Сверху наброшен шнур и закреплен полицейский значок. Чтобы солнце не мешало следить за порядком, нужны черные солнцезащитные очки. Сержант полиции Зои по вашему приказу прибыла. Преступникам недолго осталось наслаждаться свободой. Зои направилась в полицейский участок. По дороге она встретилась с напарником. Ты новенькая? Да, недавно перевели в Ларитаун. И меня. Полицейские вместе продолжили путь к шерифу. Проходите, представьтесь. Сержант Зои. Сержант Клод, сэр. Так-так, форма должна сидеть идеально. Ни малейшего нарушения устава. Получите атрибуты настоящего полицейского. Подрезаем фурнитурную цепочку и подвешиваем жетон. Делаем удостоверение полицейского. Внутрь вклеиваем значок. Скорее вручим их сержантам. У вас отличные рекомендации со службы. Носите жетоны с гордостью. Есть, сэр! Получите удостоверение. Я в вас верю. Информирую об обстановке в городе. Преступность растет. Ваша задача – ее искоренить. Полицейские отправляются патрулировать город. На улочках тихо и спокойно. Неужели все спрятались? Вдруг... Стоять! Не с места! Харли Квинн только что ограбила банк. Руки вверх, полиция! Харли от неожиданности выронила мешки с купюрами. Теперь она в руках закона. Зои нужен полицейский мопед. Отправимся к механику. Я осмотрю его. Здесь нужно подкрутить. Все в дыму, а механик в саже. Да уж, придется взяться серьезнее. Колеса и сиденье заклеим скотчем. Перекрасим мопед в синий цвет. Серебристым акрилом выделим металлические вставки. Фары исправны, дисплей работает. Спереди наклейка «Полиция». Крышечка превращается в лобовое стекло. Вставляем светящуюся лампочку-мигалку. Мопед как новенький. Зои отметила хорошую работу. Где-то я вас видела. Да, я полицейский. Ремонт мопедов – хобби. Надо опробовать его. Увидимся на службе. Зои подъехала к отделению, спрятала в бардачок значок и нажала на газ. Вперед, спасать город! Старый шлем перекрашиваем, покрываем акриловым лаком. Добавим защитные очки, надпись и ремешки из эко-кожи с колечками. Безопасность превыше всего. Барби отправляется патрулировать город на мопеде. Но совсем забыла про шлем. Напарник едва догнал ее. Ты слишком торопишься. Будь аккуратна и береги себя. Спасибо. Подружки заболтались в авто и превысили скорость. Зои начинает преследование. Золотой кабриолет, прижмитесь к обочине. В чем дело, сержант? Вы превысили допустимую скорость. Вынуждена оформить штраф. Ох, мы зазевались. Впредь не нарушайте. Помните, беспечность на дороге может обернуться аварией. Bye. Пластмассовый элемент послужит рацией. Перекрашиваем его и добавим черную антенну. Дыроколом делаем динамик. Дисплей, сигнальная лампочка и микрофон – все элементы в сборе. Пш-пш. Прием! В городе происходят кражи щенков. Замешана Круэлла де Виль. Девушка беззаботно покупает сахарную вату. Пока собачница наблюдала за изготовлением, Круэлла подобралась ближе. О нет! Щенки похищены! Спасибо за вату! А где щеночки? Докладываю, первая жертва в лунопарке.
Парень с песиками общался с подругой. На минуту потерял бдительность, а Круэлла уже обчистила поводки. Боже, мои щеночки! Вы заметили, куда побежала женщина в пятнистой шубе? Да, кажется, туда. По горячим следам Круэллу задержали. Все щенки спасены, а преступница ответит перед законом. Вырезаем две картонные заготовки. На каждого преступника заведено дело. Обложка гласит «Секретно». Внутри фото при задержании и досье. Крепим дело на пружину, предварительно проделав отверстие. Вкладываем в прозрачный уголок афишу о розыске с автографом Харли Квинн и ее отпечатками пальцев. Предстоит расследовать немало преступлений. В отделении шерифа тишина. Он размышлял о гениальном плане. Сержант Зои прибыла. Для вас задание – проникнуть в тюрьму в качестве заключенной. Под прикрытием? Безусловно. Нужно расследовать дело Харли Квинн. Есть, сэр. Успехов вам. Зои предстоит вжиться в роль преступницы и посидеть за решеткой. У каждого заключенного есть униформа. Зои выдали ткани, сшить комбинезон – не проблема. Выкраиваем детали по шаблону, вырезаем и тщательно сшиваем. Спереди разрез, в него вставляется замочек-молния. Комбинезон есть, а обувь? Кия! Отточенный удар полицейской подхватил кроссовок. Могу, когда захочу. Пара карманов, и полицейскую не отличить от заключенной. Yes! Зои поместили в следственный изолятор. Эх, ну и вляпалась. Потише, подруга, я сплю. Ладно, осталось только ждать. Круэллу одели в тюремную форму и отправили на оформление личности. Фото в анфас и в профиль с табличкой предстоит сделать всем. Готель, следом Малефисента, легендарная Харли Квинн и, наконец, Зои под вымышленным именем Элли. Собираем из цепочек и соединительных колечек кандалы. Прочная конструкция сковывает движение. Никто не убежит. Чтобы заключение было более правдоподобным, девушки надели кандалы и привезли в тюрьму якобы за финансовые махинации. Охрана провела Элли по коридору к камере. Только там сняли кандалы. Опустошим рефилы. Из пластиковой крышки мастерим желтый поднос. Внутри разместились отсеки для еды. Из трубочек для напитков вырезаем пластиковые столовые приборы. Питание для заключенных сбалансировано. Присутствует хлеб, сладкое, овощи и даже фруктовый сок. Все заключенные отправились на обед. Еще немного и объявлю голодовку. У меня еда не лучше. Фи, запах брокколи. Харли решила показать новенькой, кто здесь главный, и поставила подножку. Упс, как коварно. Девушка упала и принялась собирать еду. После чего швырнула поднос Харли на пол. Ой, я нечаянно, координация сбилась. Харли потеряла авторитет. Деталь соединим с красным стразом. Шнурок от бирки будет передавать данные в блок с дисплеем и кнопками. Добавим антенну. Спрячем жучок под одеждой. Под комбинезоном прослушка хорошо скрыта. Во время обеда Элли нужно подкинуть Харли жучок. Квинн увлечена рассказом, это мой шанс. Ура, рыбка на крючке. Узнаем, где спрятаны украденные деньги, точно проболтается. Зоя вернулась в камеру. Пока все спят, можно сделать отчет. Прием, пятое отделение, птенец в гнезде, отбой. Опять ко мне подселили лунатика. Соседка проснулась, конец связи. Завтра безумный день. Вырезаем секретную карту и скручиваем в рулон. Из трубочки мастерим тубус, заливаем дно термоклеем, помещаем карту и накрываем крышкой. Никто не должен найти клад. Через прослушку полицейская узнала о карте для подземного хода, где и находятся мешки с деньгами. Харли и Готель эмоционально обсуждали заслуги грабителей. «Вот, смотри, у меня всегда с собой карта!» «Не страшно ее тут держать?» «Да никто не знает!» «Ошибаетесь!» Пока заключенные обедали, полицейский помог девушке пробраться тайком в камеру Харли, где спрятана карта. Зои взяла ее и отправилась к тайному ходу в подземелье. «Так, он должен быть где-то тут!» «Точно! Вот туннель!» «Пока, я исследовать секретный лаз!» Зои скользит по туннелю, словно по кроличьей норе. «А вот и мешки с деньгами! Берем их с собой!»
конце тоннеля девушку встретили полицейские с шерифом. «Справилась, умничка! Смогла!» Пока парень поздравлял свою девушку, шериф похлопал по плечу гордость отдела. За выполненное задание их представили к награде. «Это огромная честь, учтите! Но вы заслужили этот почетный знак!» Шериф лично наградил молодых сержантов. Парочка остается на страже закона. До новых расследований! Неслыханная дерзость. Круэлла де Виль вновь взялась за старое. Какие милые щеночки, без присмотра. Здравствуй, пятнистый малыш. Тетя Круэлла о тебе позаботится. Всем хватит места в коробке. Не скулите, вы в надежных костлявых руках. Лишь мама далматинцев осталась у прилавка. Боже мой, где щенки? По жалобному скулению хозяйка поняла, что щенки не просто сбежали. Нужно срочно найти их. Мало ли, в какую беду могут попасть. Я звоню в 911. Нельзя терять ни минуты. Алло, похищение. Щенков, да-да, дам все показания. Мартин собрал нужные ткани. Снимаем мерки и выкраиваем темно-синие брюки. Идеальная посадка. Комплект дополняет рубашка с отглаженным воротником. На груди вместительные карманы. Добавляем ряд пуговичек. Форма опрятна и чиста. Из фоамирана мастерим жесткую фуражку. Добавляем козырек. Придаем ей глянец. Вперед защищать мирных граждан. На бедрах тактический пояс с наручниками и пистолетом. Wow. Мартин спешит в отделение на службу. Hi. В полицейском участке затишье. Можно отдохнуть за чашечкой кофе. Люблю тихие будни. Ни одного взлома за неделю. Успех! И не говори. Вдруг беседу прерывает телефонный звонок. Полиция слушает. Сделаем все возможное. Произошло похищение щенков-далматинцев. Город огромный, назначаем патрулирование. Сообщаем всем постам. Красный цвет для полицейской машины не по уставу. Заклеиваем колеса, фары и стекло. Баллончик, действуй. Черное матовое авто выглядит солидно. Обклеиваем его подходящими наклейками. Добавляем подсветки фарам, а на багажнике установлена полицейская сирена. Напарница обдумывала план действий. «Нэнси, сидеть сложа руки нет времени. Нам выделили машину». «Чур, я еду с тобой». «Садись. Посмотрим, может, вор оставил на месте преступления зацепки». Напарники мчатся на вызов. Дозатор от глиттера и резинка-пружинка пригодятся для рупора. Окрашиваем его в черный цвет. Добавляем фурнитуру и полицейский знак. «Всем стоять! Выходите с поднятыми руками!» Круэлла не успела далеко уйти. Щенки оказались тяжеленькими. Вот она! Вижу подозрительную фигуру. Давай рупор! Остановитесь немедленно! Еще чего! Она намерена скрыться! Вы пойманы с поличным. Сдавайтесь, это облегчит наказание. Злодейка добегает до дома и оставляет коробку с далматинцами. Рядом замеченная накидка. Кто-то подкинул маленьких песиков. Бедняжки, может вас покормить? Какие прелестные собачки. Откуда у вас животные? Не знаю, я вышла, а они были здесь. Это ложь. Вы подозреваетесь в похищении щенков. What? Я не понимаю вас. Может, она невиновна. Разберемся в участке. На девушку надели наручники. Из пластиковых крышечек и проволоки мастерим лампу. Объединяем трубочку и проволоку. Фиксируем на стойке. Закрепляем розовый колпачок. Фоамирановым полукругом расширяем лампу. Добавляем кнопку включения и вкручиваем светодиод. Да будет свет! Расскажите все, что вы знаете. Я ничего не знаю. Доверьтесь нам. Ничего не выходит. Она крепкий орешек. Yes. Собираем досье. Информация совершенно секретна. Распечатываем ордер на арест, показания очевидцев, характеристики и фото подозреваемой Карен.
Задержанная не признает вину, и последняя надежда полицейских – досье. Взгляните. Здесь фото, показания потерпевших и свидетелей. Все данные против вас. Признавайтесь. Карен понимает, что это серьезные доказательства. С таким досье ее вряд ли оправдает суд. Нарезаем серебристые трубочки. Соединяем их цепочками. Кандалы не позволят заключенным совершить побег. Переодевайтесь, ваша форма. Я не виновата. Об этом не беспокойтесь, полиция разберется. Это ваш дом до решения суда. Из блоков пенополистирола мастерим кровать. По бокам устанавливаем высокие палочки от суши. Добавляем боковую лесенку. Из тонкой ткани шьем матрасы. Наполняем чехол холофайбером. В такой опочивальне заключенные вряд ли дождутся крепких снов. Полицейская выдала Карен матрас и подушку. Придется осваиваться. Девочки, где мне занять место? Ну, хочешь, занимай нижнюю полку. Вместе веселее. Thank you. Мартин пришел проведать заключенную. Я приложу все усилия, чтобы найти виновных. Спасибо, я вам верю. Старый бейджик перекрашиваем в черный цвет. Подставляем плотную панель. Распечатанные материалы расследования собраны вместе. Нужно внимательно сортировать информацию, чтобы видеть полную картину. Закрепляем распечатки кнопками из швейных булавок. Кофейные палочки окрашиваем белым акрилом. Собираем устойчивую треногу. Доска с расследованием отображает все, что связано с делом Карен. Мартин пытается найти решение проблемы. Как же оправдать девушку? Полицейский забирает досье домой, чтобы найти реального вора. Думай, думай, что же мы упустили? Он долго вглядывается в собранные материалы. Сопоставляет доску с зацепками. Отправляюсь на место преступления. Искать ключ к разгадке. Так, этот дом. Да, точно, магазин. Алло, вы заказывали камеру наблюдения? Я на месте, перехожу к установке. Немного усилий, и камера надежно зафиксирована. Фу, дело сделано. Отрезаем край трубочки, вставляем бусину, подсоединяем детали лего, накрываем корпус от попадания влаги, окунаем камеру в серую краску и окрашиваем линзу. Никто не останется незамеченным. Hello. Чем могу помочь? Произошло серьезное преступление. Есть ли у вас камеры наблюдения? Как раз недавно установили вот... Спасибо, вы очень помогли следствию. Мартин отсматривает записи на ноутбуке. Что? Почему я не подумал об этом раньше? Круэлла, это она подставила девушку. Мартин прибегает в полицейский отдел и показывает это своей напарнице. Полицейский в шоке. Что же делать? Исправлять ошибку. Выстрелы раздаются по тиру эхом. Слишком шумно, бедные уши. Кто же тренируется без защитных наушников? Пара накладок на уши плюс колечко от краски творят чудеса. Звук полностью заглушен. О, вы со мной говорите? Ничего не слышу. Нужно обезопасить глаза. Из прозрачного пластика вырезаем защитные стекла. По размеру подходит. Добавляем дужки и шнур-уплотнитель. Очки надежно сидят. В стрельбе мне нет равных. Проверим на практике. Полицейский готовится к задержанию. Посоревнуемся? Да, запросто. Напарники поспорили, кто из них более меткий стрелок. У Мартина одна сбитая мишень. Твоя очередь. Ха-ха, результат не очень. Нэнси ловко сбивает мишень за мишенью. У нее определенно талант к стрельбе. Тренировка окончена. После они отправляются на захват преступницы. Опс, решили устроить на меня облаву. Ха-ха, Круэллу вам не испугать. Злодейка прячется за столбиком. Какой неловкий маневр, Круэлла. Ты льстишь своей фигуре. Именем закона вы арестованы. Имеете право хранить молчание. Oh, no.
преступнице достанется по заслугам. Круэллу приговорили к тюремному заключению. Из-за вас пострадал невиновный человек. Надеюсь, вы осознаете свою вину? Наконец-то Карен полностью оправдана. Девушку выпустили из камеры. И Мартин тут же заключил ее в счастливые объятия. А у Круэллы появились новые друзья. Эта злодейка точно не заскучает за решеткой. Справедливость восторжествовала. Дакота и Люк выследили тайное логово опасного преступника. Схватим его прямо на месте. Он вооружен? Какая разница? Мы профи-шпионы. Скорее прячься! Шпионам недолго пришлось таиться в засаде. Вот он, схватить негодяя. О нет, меня обвели вокруг пальца. Я в ловушке. Твоя преступная песенка спета. Город спасен. Насыщенный был денек. Обводим силуэт куколки на черном бифлексе. Вырезаем заготовки комбинезона. Сшиваем и отправляем на примерку. Шпионская одежда скроет от посторонних глаз. На бедрах спецпояс. Добавим портупею и нарукавные элементы. Из кармашков на ноге можно быстро выхватить нужное снаряжение. Опытная шпионка всегда начеку. Дома Люк и Дакота соорудили настоящую базу. Всюду аппаратура и огромные аккумуляторы обеспечивают заряд техники. Мама всегда на связи с папой, они — настоящая команда. Бабушка с внуками и любимой кошкой греются на солнышке. Кто мог подумать, что заблудившийся пес нарушит их идиллию? Лав-лав! Лав-лав! Увидев кошку, собака испугала всех лаем. Но не бойтесь, на помощь уже спешит супершпион в своей шляпе-вертолете. Он моментально загородил семью от опасного существа. Оказалось, песик не злой, он напуган. Не бойтесь, Спайк – хороший мальчик. Спасибо, сынок. Даже кошка поладила. Оденем шпиона в синие брюки. Из старой рубашки сошьем еще одну, поменьше. Рукава, выглаженный воротничок и галстук в тон. Рубашка всегда идеальна. Портупея из ококожи хранит наручники, и шпионское оружие всегда под рукой. Поищем, где тут плащ. Вот же, самый настоящий шпионский наряд. Черные очки — это всегда круто. А лопасти на шляпе помогают мгновенно перемещаться к нужной локации. Люк — шпион высшего класса. Кажется, мужчина просто читает свежую прессу. Но нет, это Люк бдит сквозь газету. У него все под контролем. Собралось много сломанных деталей. Старый динамик выглядит загадочно. Окрашиваем корпус в серебро. Детали Лего превращаются в прочную ручку. Столько шпионских механизмов. Папа очень заинтересован чемоданом. В нем есть практически все. Неплохо. Пш, прием! Как слышно? Птичка в гнезде. Передаю пароль. Пока родителей нет дома, дети шпионов решили полакомиться сладостями. Добравшись до желанного шкафа, малышка случайно задевает бокал. Ой, теперь нам точно перепадет. Вдруг шкаф начинает разъезжаться. Неужели это тайный вход в шпионскую базу родителей? Не устояв перед соблазном, малыши вошли внутрь. Комната заполнена множеством шпионских приборов. Как все интересно! Особенно этот чемоданчик. Одни шпионские приборы. А где сладости? Родителям нужно перекусить между поимкой преступников. Заботливые дети забили чемодан вкусняшками. Я проголодалась. Пойдем обратно. Исследуем шкаф на наличие пончиков. Из коктейльной трубочки и деталей Лего собираем телескопическую руку-хваталку. Добыть пончики проще простого. В детской комнате куча игрушек и сладостей. Детки растут в любви и заботе. Мама нянчит малыша.
Пора засыпать, Томми. Мигом в кроватку. Малышу не до сна. Ладно, почитаю тебе шпионские сказки. Но Томми не спится. Хочешь поиграться? Но даже игрушки не развлекли непоседу. Что же ты хочешь? Малыш стащил сладости с помощью шпионского приспособления. И как он додумался? Эх, нужно прятать вещи надежнее. Тук-тук, поставка, лего с колесиками, две пары. Приклеим накладки, чтобы не скользили подошвы. Веселье и адреналин гарантированы всей семье. Дети катаются на машинках и мото. Эй, осторожнее, не разнесите нам дом. Дорогая, я спасу наше гнездышко. Что ты задумал? Ура, подарки! Ну, кататься несложно, я научу. Больше попыток, и все получилось. Какие способные у нас ребятишки. Тем временем опасный преступник уже планирует план побега. Он намерен украсть свое досье у семьи шпионов. Тогда меня наверняка никогда не поймают. Оу, какие растяпы! Один из работников тюрьмы забыл строительный инструмент. Мне пригодится. Прощайте, тюремные стены. Теперь он на свободе. Дело за малым — отыскать семью шпионов и осуществить преступный план. У шпионов прокачана даже обувь. Приклеиваем на подошву рацию. Антенка из коктейльной трубочки ловит сигнал без помех. Люк забежал в кафе взбодриться чашечкой кофе. Hi. Мне как обычно, пожалуйста. Конечно, кофе и круассан готовы. Алло, слушаю. Срочно на базу. Мигом, одна нога здесь, другая рация там. А с виду приличный джентльмен. Еще и утопал в одном ботинке. Постоянные клиенты могут удивить. Свободное время родители-шпионы любят проводить с детьми в кафе. Ребятишки довольно чавкают сладостями. Как вдруг мама-шпион слышит странный звук. Откуда это, Люк? Точно, это рация, встроенная в ботинок. Неужели что-то произошло? Люк, из тюрьмы сбежал опасный преступник. Ваша семья в опасности. Понял, приму меры. Люк взял след бандита. Вот же он, у телефонной будки. Прием, обнаружил объект, перехожу к задержанию. Преступник скрывается в будке. Глупец, теперь он точно никуда не денется. Но когда Люк приоткрыл дверь будки, пустота. Злодей скрылся. Прием, упустили. Из распечатанных заготовок вырезаем дела. В папках на кольцах они останутся целыми. Здесь хранится информация о каждом злодее. Но где же искать, Люк? Схема достоверная, но я проверю. А я пока пробью о нем информацию в базах. Папа опередил, уже принес досье. Наверняка он ищет это. Смотри, узнаешь? Его поимка — цель номер один. Он не осмелится сюда зайти? Не факт. Лучше спрячем досье. Окрашиваем коробочку под металл. Приклеиваем панель с кнопками и ручкой, плюс сенсорная защита. Вырезаем отверстие в стене. Сейф легко спрятать за картиной или плакатом. Наш маленький секрет. Мама изучает планировку здания. Все лазейки, входы и выходы. Эта картина всегда меня смущала. Злодей наверняка будет сбит с толку. Секретный сейф нелегко открыть. Ценности защищает сканер сетчатки глаза. Спрячу план в самое надежное место. О нет, злодей и вправду пробрался в дом. Черт, они меня выследили. Бандит порвал свое фото в клочья. Самонадеянные шпионишки, где же они прячут досье? Картина сюда не вписывается. Я так и знал. Сейф. Не зря захватил отмычку. Взлом прервал вой сигнализации. На шум тут же явилась Дакота. Так, это явно не учебная тревога. Всюду погром. Прием, Люк. Негодяй даже не замел следы.
От оправы удалим часть дужки. Зафиксируем часть пластикового ножа. Палочки для кофе закрепим с трех сторон. Черный металл наиболее практичен в использовании. Радар на месте. Металлоискатель готов к поискам. Быстрый побег с места неудавшегося преступления не входил в план злодея, но сигнализация заставила пробираться через забор у свалки. В прыжке из кармана ловкача выпала отмычка. Но по его следам уже шла Дакота. Наш воришка оставил следы. Нужно проверить это место. Металлоискатель мне в помощь. Стоп! Как я сразу не заметила! Улика, он обронил отмычку. Отправишься со мной. Из деталей Лего собираем бинокль. Все просто. Два цилиндра и линзы по краям. Оборудование «Шпион Плюс» никогда не подводит. У детей появилась новая игрушка. Папа отдал им свой шпионский бинокль. Вдруг мы тоже спасем район от опасности? Яй! Вдруг малыши замечают странные тени. Увеличим. Ой, к дому подобрался преступник. Выручим маму с папой. Вспомнив все, чему их учили родители, дети связали лассо из веревки и метнули к ногам преступника. Всего один шаг, и петля затянулась вокруг лодыжки. Да чтоб вас! На шум примчались родители. Вот это да! Неужели это легендарный преступник? Да с тобой даже дети справились. Молодцы! Со шпионской семьей город точно в безопасности.